Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, начав свою пророческую миссию, сразу же столкнулся с противостоянием со стороны мекканских язычников. Они категорически отказывались признавать пророческую миссию, вредили ему и его последователям как делами, так и словами. Однажды язычники Мекки решили испытать пророка, да благословит его Аллах, и приветствуют вопросами, с целью разоблачить его. Для этого они снарядили двоих представителей – Назара бин Хариса и Укбата бин Аби Муита – к иудейским священникам Медины, являющимися людьми Писания и ведающими о пророках. Мекканцы должны были сообщить священникам о Мухаммаде, описать его качества, рассказать о том, к чему он призывает, дабы они дали оценку этой личности. Получив важное задание, оба посланца отправились в путь и прибыли в Медину. Рассказав священникам о Мухаммаде, мир ему и приветствие, они обратились к ним. «Поистине вы являетесь людьми Писания, и мы пришли к вам, чтобы побольше узнать о нашем соплеменнике». Священники ответили: «Задайте ему следующие три вопроса, и если он ответит на них, тогда он является истинным пророком. Если же он не сможет ответить, тогда он является никем иным, как самозванцем, и вам виднее, как с ним поступить». Первое. Спросите его о юношах, которые направились на рассвете, об их миссии. Поистине, у них удивительная история. Второе. Спроси его о человеке, правление которого простиралось с востока на запад. Третье. Спросите его о духе и кто он. При этом священники завещали мекканцам следовать за Мухаммадом, мир ему и благословение, как за истинным посланником Божьим, если тот даст ответы на эти вопросы. Назар бин Хариса и Укбат бин Аби Муита вернулись в Мекку и передали все курайшитам. Когда мекканские язычники пришли к пророку, да благословит его Аллах, и задали ему эти вопросы, посланник Господа, мир ему и приветствие, ответил: «Приходите завтра, я отвечу вам». Но откровения от Всевышнего не было ровно 15 дней, и мекканцы уже стали праздновать победу, говоря: «Мухаммад говорил нам, что даст ответ завтра». Но уже 15 дней, а ответа нет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был крайне огорчен. Но вскоре к нему явился ангел Джибриль, мир ему, с ниспосланными аятами Корана. В этом откровении содержалось предупреждение пророку, мир ему и приветствие: «И никогда не говори, я сделаю это завтра», не добавив слова «иншаллах», «если пожелает Аллах». Сура Аль-Кахф, аяты 23-24. Всевышний в ниспосланных аятах дал ответы на вопросы иудеев о юношах, обитателях пещеры, о пророке Зуль-Карнайне, мир ему, и о душе. Ответ на первый вопрос содержался в 9 аяте суры Аль-Кахф. Смысловой перевод. «Те, которые увлекались усладами земной жизни с ее прелестями, отрицают воскресение, хотя факты доказывают воскресение после долгого покоя. Об этом рассказ об обитателях горной пещеры, о которых говорится в Ар-Раким, скрижали, на которой были начертаны их имена после их смерти. Этот рассказ не является единственным чудом среди наших знамений, несмотря на его исключительность. Ведь нет чудеснее наших знамений, доказывающих наше могущество». Тафсир Аль-Мунтахаб. Ответ на второй вопрос содержался в аятах с 83 по 85 суры Аль-Кахф. Смысловой перевод. «Некоторые неверующие расспрашивают тебя, о посланник, о Зуль-Карнайне. Скажи, что ты поведаешь рассказ о нем. Мы укрепили его могущество на земле и даровали ему большие знания о путях, которыми он может направлять свои дела. С их помощью он распространил свое могущество на земле и выбрал путь для достижения своих целей». Тафсир Аль-Мунтахаб. Ответ на третий вопрос содержался в ниспосланном 85-м аяте суры Аль-Исра. Смысловой перевод. «Твой народ, о Мухаммад, тебя спрашивают по наущению иудеев о сути Духа. Скажи им: Дух от веления Господа моего. Он один знает об этом. Вам же дано очень мало знаний об этом. Знания Аллаха Всевышнего необъятны». Тафсир Аль-Мунтахаб. После этих откровений мекканские язычники не смогли ничего возразить в ответ. Однако признать пророческую миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, им не позволила гордыня. До новых встреч!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.